уходим на обед. Дело в том, что я вчера отравился. Чем, даже не знаю. Пойдем в какое-то заведение. Здесь, как я понимаю, это грузинская кухня. То есть Света хочет хинкали, а мне, так как, по сути, мне сейчас есть ничего нежелательно, я буду есть суп куриный, потому что, надеюсь, он меня на ноги поставит. И сегодня мы поедем в ночь. Нами заезжает 20 часов 15 минут автобус. Вот куда как раз вчера покупали билеты. Поедем сегодня на экскурсию. Это другой город, Сайгон. По-другому как называется Сайгон? Хошимин. Да, это Хошимин. Сейчас по-новому называется, но все его называют по-старому Сайгон. Что интересно, то что мы поедем на Слимбасе, друзья. Поэтому я на Слимбасе ни разу не ездил, будет для меня первый опыт. Там говорят, что даже есть туалет. То есть, ну, полноценный, знаете как, поезд, только автобус. С одной стороны стригут мужчин. Вот, я хочу тоже постричься. Правда, думаю, более такой, знаете, барбершоп пойду, ну, европейского формата. Вот видите, женщина здесь шьет, получается, можно ей принести свои вещи, и она вам вот эти вещи, сделает. Это просто как ателье, да, только это ателье такое уличное. Thank you so much, have a nice day. Не все, что хочу вам снимать, у меня это получается делать, потому что все-таки мы находимся на отдыхе, и хочется хотя бы чуть-чуть отдыхать, да, и я стараюсь максимально снимать, у меня уже там одна флешка полностью заполнено, видео выходит сейчас, по крайней мере, каждые 4 дня. Да, мы как раз сюда сейчас идем и здесь попробуем варить очень вкусные хинкали. Так, вот смотрите, например, я возьму лаваш себе за 25 тысяч, вот, цены все будут на экране, как обычно, и возьму себе куриный суп, то есть я думаю, при отравлении, да, это единственное, что можно есть, и как раз сейчас я съем, чтобы у меня желудок уже начал правильно работать. Здесь очень классный дизайн, можно посмотреть. Вот второй этаж сейчас сказали, нам не работает. Вот, но есть вот такой стильный медведь, на котором что-то сушится. Просто замечательно. А, как видите, посетителей никого нету, потому что, мне кажется, еще для обеда рано. Сейчас все на экскурсиях, либо на пляже, сегодня теплая погода. Хинкали в Корее нету, ну, может быть, они есть, но их очень-очень мало, и они, по крайней мере, невкусные. Поэтому интересно будет как раз Свете их попробовать. Я хинкали не буду есть, к тому же я себя плохо чувствую, поэтому я буду есть вот этот супчик на курице. Надеюсь, он меня выведет в нормальное состояние. Друзья, сейчас покажу, как выглядит автобус. Слибас, на котором мы поедем, вот он весь уже горит. Это не наш, наверное, а может быть и наш. Тут, как я понимаю, все местные почему-то на первом автобусе едут. Очень тепло. Да как так-то? Ой, мы, короче, не туда приехали, друзья, сейчас поедем обратно. Не знаю, куда. В общем, сейчас нас привезли в какой-то автобусный офис, не знаю, как назвать правильно, сказали нам ждать. За нами должен какой-то автобус приехать, другой. Непонятно пока. Сказали, приедет 9:45. В общем, вот как у нас выглядит Слибас. Разуваться здесь? В общем, вот у нас там Света, такие здесь спальные места. Да, смотрите, прикольный есть большой экран. Wi-Fi, то есть очень все удобно. Смотрите, электрорегулятор наклона. Блин, на самом деле, слушай, неплохо. Получается, мы отдали, вот если так посчитать, за нас двоих в одну сторону, это всего 1500. Здесь дают такие пакетики. Вода какая-то маленькая. Вот кекс какой-то вьетнамский. И влажная салфетка. Вот плед, наушники. Наушники от фильмов, я так понимаю. Фильм, я думаю, надеюсь, будет на английском. Классно, интересно, по крайней мере, интересный опыт. Здесь у них интересно то, что все вот так вот горит, все светится. Знаете, это такая прям Азия-Азия. И тут везде у них вот, вот эти диоды, причем они все разного цвета. То есть все такое аляпистое. Надеюсь, что туалет действительно будет работать. Вот так вот можно закрыться и сидишь здесь один. Кайфуешь. Есть дешевые слибасы, где все спят вот рядышком друг с другом, где ничего не закрывать. Это какой-то VIP Platinum Gold по местным меркам, да. Классно. И вот там, видите, впереди водителя все горит, светится. Друзья, смотрите, самое топ, то, что в этом VIP Platinum Gold автобусе есть массажное кресло. То есть то, что вы думаете, где оно лежит, это не просто кресло, это массажное кресло. То есть помимо того, что вы можете регулировать, оно еще задает какие-то массажные опции. Вот попробуй, включи что-нибудь другое.
Оно очень странно вибрирует. А в общем, тут все вибрирует. Мне нравится. Можно смотреть, как вам удобно это кресло, есть много опций. А сейчас мне поменяли место, вот больше гораздо места у меня стало. Мне дали место на втором этаже. Ну вот. И посмотрите, как здесь круто, то, что здесь можно поднимать. То есть я вот, например, нажимаю. Оп, я перехожу в сидячее положение. Нажимаю, и у меня опускается. То есть такой же массажный есть, такое же массажное устройство, как и там. Вот, но здесь еще можно регулировать высоту, то есть вниз, выше, ниже. Есть вот такая шторка. Можно задвинуть, да, чтобы спать и ничего не отвлекало. В общем, чтобы свет с улицы, он не мешал спать, эта шторка очень удобная. Так что вот места, если вы будете когда-то сами покупать вот в этом слибасе, берите такие места, чтобы было вам комфортно, и берите над колесом. Над колесом место, если что, оно самое крайнее, вон там вот люди сейчас стоят, не буду снимать. Над колесом место самое неудобное. Хочу вам показать тоже, как выглядит у нас туалет. Вот, интересно, я думаю, тоже, как в таком автобусе помещается туалет. Можно посмотреть, здесь все самое такое необходимое. Туалетной бумаги, правда, нет, это минус. Вот, но мне кажется, из-за того, что автобус довольно новый, все такое свеженькое. Не знаю, насколько здесь работает вот эта вот сама раковина, я ей не пользовался. Но вода в туалете замечательно смывает. То есть все, как знаете, похоже чем-то на самолет. Вот, но немножко не такой, как в самолете, но на самолет очень похоже, потому что смыв такой же, как в самолете, все засасывает. А смотрите, друзья, как круто. Сейчас пришел человек и дал пульт от телевизора. Вот, телевизор здесь типа умный. Тут есть и Netflix, и все есть. Вот давайте попробуем выбрать что-нибудь, например, Netflix. А здесь у нас Илья Варламов рассказывает про новости из России. В общем, друзья, приехали мы сейчас в Сайгон. Нас привезли на слибасе. Сейчас без 15:06, но есть один нюанс, то, что нас никто не встретил. Как так получилось, что Паша, которого нам показали, на фотке он выглядит вот так примерно. Нам даже отправили его фото. Не знаю, видно или нет. Паша почему-то проспал. Либо Паша не знает, что мы приехали так рано, либо мы приехали не туда. В общем, несколько вариантов, потому что больше никого из нашей группы нет. То есть у нас, мы вдвоем только были, скажем так, русскоговорящие, не местные из этого автобуса. Все остальные местные вьетнамцы были. И все вьетнамцы, они уже уехали там по своим машинам. А мы сидим, ждем. Кого мы ждем, непонятно, потому что Паша трубку не берет, я ему позвонить не могу. А на сообщение он не отвечает. Так вот, живем. В общем, встретили нашего гида. А наконец-то сейчас в отеле, сейчас должен быть завтрак. Смотрите, первая точка нашей экскурсии – это завтрак. Сейчас 6 утра, я еще так рано не завтракал. Обалденный просто вид открывается из отеля, где мы завтракаем. Просто великолепно. Снизу, видно вам или нет, не знаю, но люди танцуют, занимаются спортом. Просто великолепно.